Особенность этого турнира – игра по системе, с помощью которой можно выявить не просто команды победителей, а лучших игроков. Турнир открытый и рассчитан в том числе на отдыхающих. У них может не оказаться подходящих напарников. Цель турнира – подготовиться к краевым и всероссийским состязаниям. Любители же могут научиться чему-то новому и с пользой провести время. Что определяет наш турнир как лучший? Потому что именно в этом турнире мы можем объединить сразу несколько категорий населения. То есть от самых маленьких дети, потом юноши, потом женщины и потом ветераны, мужчины, женщины. И в конце у нас еще есть бонус в этом году мы ввели, королевский микс называется. Там играют мужчины и женщины. Вот, они уже как бы уставшие от своих собственных турниров, объединяются. И это проходит очень в дружественной, веселой обстановке. В общем, люди заняты целый день, с утра до вечера. Играем в волейбол, получаем позитивные эмоции. Вячеслав и Татьяна приехали из Сочи. Там они и тренируются, и проводят турниры. Играют вместе на протяжении 3 лет. Как отмечают участники, теплая погода и наличие бесплатных площадок делают Анапу идеальным городом для игры в пляжный волейбол. Это наш первый выездной турнир, он пока только начался. В принципе, организация нас устраивает. Да, мы на самом деле первый раз в Анапе, первый раз на турнире. Пока все нравится, наверное, более полные впечатления наши будут после турнира, но общая атмосфера очень позитивная. Приняли хорошо, тем более после долгой мучительной ночи езды из Сочи сюда с приключениями, но все хорошо, спасибо. По словам организаторов, пляжный волейбол в городе-курорте очень популярен. Количество участников с каждым годом только растет, прежде всего за счет молодых спортсменов. Девушки у нас очень неплохо выступают. Здесь вот выступает мальчик Землянский Виталий. Он попал в сборную Краснодарского края вторым номером. Сейчас он едет на сборы сразу после этого турнира. Со сборов они перемещаются в Майкоп на первенство Южного федерального округа. И потом они приезжают в Анапу. У них здесь будет первенство России. Что он там покажет, мы увидим только позже. Сейчас пока тренируемся. Турниры по пляжному волейболу в Анапе проходят 2 раза в год. Следующий состоится в августе и будет посвящен Дню физкультурника.